Осенью 2022 года Алла Борисовна повторно покинула Россию с детьми. Тогда уже никто не сомневался, что в России певицу теперь еще долго нельзя будет увидеть. Сама Пугачева больше ничего не говорит о возвращении на родину. Вот уже несколько месяцев артистка дает понять всем своим поведением, что собирается оставаться на стороне опального мужа Максима Галкина, которого признали иноагентом. К слову, сразу после этого события Пугачева молча и покинула страну. Но в Израиле сидеть круглый год Алла Борисовна не собирается. Уже сейчас известно, что очень скоро артистка отправится в Латвию. Из-за проблем с сердцем Пугачева, в прошлом пережившая несколько операций и сердечный приступ, плохо переносит жару. А потому Израиль в летний сезон ей совершенно не подходит. К счастью для Примадонны, вот уже много лет у нее есть место, где можно спокойно пережить жаркий сезон. Речь идет, конечно же, о Юрмале. Как сообщает источник, Алла Борисовна уже договорилась об аренде виллы Марта в этом приморском городе. Именно там Пугачева обычно живет с детьми до самой осени. Удобство этого дома для Примадонны заключается еще и в том, что неподалеку расположилось жилье ее ближайшей подруги Лаймы Вайкуля.